Всем привет! С вами канал Art Money, и у нас сегодня с вами новинка. Посмотрите, новинка. Яшкина Пуфито, наверное, я правильно прочла, Пуфито оригинал. Печенье слоеное с джемом черной смородины. Очень люблю черную смородину. Новинка 40 слоев воздушного теста. И якобы она должна выглядеть вот так очень вкусно, очень красиво. Сейчас мы ее с вами проверим. Так, здесь что написано? С натуральным соком черной смородины. Даже с натуральным соком. Так. Что-то у нас тут. Изготовитель. 125 грамм. Стоила она где-то 60 рублей. Была скидка на нее. Так, состав. Состав тут большой, довольно. Давайте я его попробую прочитать. Мука пшеничная, сахар, маргарин, соевый, соевая вода, мульгатор, муна, там, тра-та-та, бам-бам-бам, бум-бум. Так, сок черной смородины, черной моркови, молоко сухое, сыворотка, кислоты, ароматизаторы, стабилизаторы, кальций, и так далее. Короче, состав просто, не такой уж, кстати, огромный. В принципе, он. Но присутствуют всякие непонятные слова, которые, мне кажется, что если их перевести, то это будет Е-добавка такая-то, 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 такая-то. Вот. Вам было интересно, наверное, вы увидели, так что вам было нужно. Так, изготовитель она у нас из Воронежа приехала, эта вкусняшка. И давайте ее откроем, посмотрим. А что так мало? А я думала, они большие. Да, они совсем малютки. Кстати, когда я выбирала, прощупывая, в одной пачке вообще не нащупала ничего. Вот оно вот прощупываешь, вот оно пусто, пусто, пусто. Вот я взяла, которую вот более-менее было что-то там прощупать. Ну, конечно, очень она маленькая. В полтора раза, наверное, меньше. Или в один раз, даже не знаю. Вот, довольно их тут мало. То есть, место остается здесь. То, что она здесь как бы должна. Но, в принципе, это, наверное, удобнее для мужчин, наверное, удобно. Положить ее сразу в ротик и все. Вот. Но мы ее сейчас с вами сначала разломать. Попробуем. Нет, она не ломается. Мы ее с вами сейчас разрежем. Чтобы посмотреть всякие слои. Так, 40. Сколько там было? 40 слоев, конечно же, я не вижу, но я могу увидеть слоев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Около 10 слоев я могу увидеть. Так оно выглядит. Ну, кстати, начинки достаточно. Хотя вот тут дырка здоровенная. Начинка она любит у нас убегать, сбегать, да? Сама смородина, кстати, с этой стороны видна. Прям ее вот видно много. Она такая даже липкая. То есть не сухая. Я боялась, что она будет какая-нибудь уже там засохшая, давнишняя, лежит там эта пачка. Продается. Давайте попробуем. Кстати, очень вкусно. Тесто слоеное, очень воздушное, нежное. Прям жуется оно очень мягко. Не просто печенье какое-то. Хотя на вид кажется, что будет как печенье рассыпное. Нет, она прям такая нежная, мягкая. Черной смородины там много. А, это джем там. Джем, да, из черной смородины. То есть ее много. Ощущается прям вкус черной смородины. Прям черной смородины. Вот бывает, мы с вами пробовали печенье с черной смородиной. Не особо там. Как чуточку она есть. А тут прям чувствуется. Очень вкусно. Немножечко она сладкая, джем. И немножечко кислинка есть. То есть прям, реально вкусно, такая мягкая она, прям обалденная. Как чипсы можно кушать. Давайте еще попробуем. Мне понравилось. Все-таки даже она немножечко приторно-сладкая. Но оно не особо заметно, потому что тесто просто бесподобное. Вся она полностью помещается в рот женский. То есть, мужской, понятное дело, поместится 3 яйца здоровенных, да? В женский не всегда все поместится. Вот, то есть она очень мягко жуется, можно даже не откусывать, а целиком даже вкуснее.
Мне понравилось. Ну просто, ну бесподобно просто вкусно. Я завтра пойду в магазин, я куплю, наверное, еще пару пачек таких. Ну, конечно, здесь это слишком мало, могли бы, в принципе, сдвинуть, да, их вот так вот и добавить еще. Тут еще добавка вон какая-то есть, как будто съезжать они, что ли, оттуда должны. Как-то побольше все-таки надо было их добавить. Вот, пишите свои отзывы. Понравились они вам или нет, чем понравились, чем не понравилось, в каких городах вы их видели, Россия. Вот, также можете написать в комментариях, на какие конфеты или что еще сделать обзор. Только что в России продавалось. Вот. Ну и также смотрите другие ролики, другие обзоры на продукты, на шоколадки и всего там такое, консервы. Например, вот тут вот был вот обзор на такие конфеты, печеньки вернее. Посмотрите, интересно, какие они внутри. Также обзор на технику, посудомоечная машинка, мультиварка, там много интересного найдете. Наушники, Bluetooth. И также влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, также живопись и много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.